Их противоправную деятельность пресекли в июне 2020 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Новгородской области. Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов полицейскими было изъято более 5,5 килограммов наркотического вещества. Этот преступный бизнес организовал 33-летний петербуржец, имеющий свой магазин автозапчастей в Пестовском районе. Под видом закупки продукции он наладил канал поставки нелегального товара из Ленинградской области до рабочего места. Там же, в Пестовском автомагазине, и хранилась основная масса наркотиков. По мере увеличения объемов продаж наркотиков, злоумышленник привлек к осуществлению противоправных действий своих родственников, проживающих в Пестовском районе, а также других новгородцев. В зависимости от деловых качеств каждого из них, он отвел им различные роли в реализации придуманной им преступной схемы. Так, например, его подельники в деревне Дуневка занимались культивацией различных сортов конопли, собирали урожай, сушили и расфасовывали зелье. Еще одна группа сбывала наркотики бесконтактным способом через специально созданный интернет-магазин. При этом география охватывала не только Пестовские и Новгородские районы, но и областной центр. Для этого в Великом Новгороде была даже специально арендована квартира, где осуществлялась фасовка и хранение запрещенных веществ. Уголовные дела в отношении организатора и одного из участников преступного сообщества уже поступили в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. Еще одно в отношении 9 фигурантов будет направлено туда же в ближайшее время.